Поехали. Все, выметайтесь отсюда.
Ну вот, почти 3000. Сейчас у меня. И получается, что меч за 1000 это было очень дешево, да? Или нет? Так, давай скидывай все в сундук. Так, что мне отсюда надо? А, ну да. Что мне надо, того нет. Вот это надо забрать. Сделать из него зелье быстренько. Восстановление. И вперед, в подземелье. Где эта тетка? Вот она. Привет. Да-да-да. Да-да-да. Зелье хочу. Хочу 3. Почему же одно? Я хочу 3. Ой, ну давай одну, ладно. Так сколько она мне сделала? А, 3 сделала, молодец. Все, пока. Я побежал. Меня ждут великие дела. Они разлетаются. Ай! Если бы они еще не дрались. А, так здорово. Так, слитки ткань. Это хорошо. Пошли дальше. Не падай только в пропасть. Ух. Да что такое? Кувшин. Так, здесь больше нет ничего, да? Правильно я понимаю? Да. Пошли назад. Сюда. Да, да, привет. С тобой мы уже. Оу. С тобой мы уже общались. Нет. Ой-ой-ой, мое зелье упало туда. Так, что тут еще? Все? А, вон что-то есть. Пустите меня. Ну. Эти рунные инструменты и резцы для големов впрямь трудно найти. Старый владелец магазина «Лунный свет» говорил, что найти эти артефакты можно только в золотых сундуках.
Эту записку я уже читал. Ой, да иди ты в баню. Я хочу... Нет. Да ты посмотри. Я хочу ударить просто вот так. И сюда. Тут ничего, и здесь ничего. Пошли дальше. Они как мотыльки. Серьезно, слетаются как мотыльки на огонь. Эти искатели приключений. Сколько их привлечено подземельями. Сколько их обожглось в том огне. Вам повезет, если вы потеряете в подземелье сознание от истощения или боли. Оно вас просто выплюнет. Это тоже уже все было. Рядом остаются слизи. Многие держатся до конца. Это вот и все. Эту записку я уже видел. Ладно. Так, ну да, теперь мне направо. Направо. Тут слизняк. Что, один всего? Это подозрительно. Ладно, еще раз направо. Да? Больше ж никуда нету выходов. Так, вот сейчас будет босс. Искупались. Здоровье поправили, записка какая-то. Ну, тоже, наверное, я читаю. Почему у нас продолжают пропадать инструменты? Да, драгоценные камни не тронуты, а инструменты исчезают. Ну, ладно. Внимание. Я выхожу. Босса можно бесконечно бить теперь. Надо подлечиться. И сюда. И что? Так. Ладно, это типа второй уровень, да? Что у нас? Место есть еще. И... Одно зелье есть еще. Ну, давай попробуем. Ох.
меня ударил. Ну иди сюда. Молодец. Чего-то там прилетело такое. Что-то за мечи. Так, подбираем все. Сундук. Тут куча всяких интересных вещей. Устраняет проклятие с одного соседнего предмета в указанном направлении. О, это можно больше помещать. И это устраняет проклятие. И это устраняет проклятие. Ага. А если я вот... Да, нет. Вот это перемещу. Ну и вот это можно сюда тоже. И вот это можно сюда, то о. Теперь их можно куда угодно складывать. Угу. Но все равно нет, там только 5 штук в стаке. Этого нету, этого нету. Ну, тоже хоть что-то. Угу. Ну что, давай еще. Еще же есть у меня одно зелье. Есть. Пробить не могу. А, я вообще не могу пробить. А так могу. Вот и все. Просто сзади надо атаковать. А вот здесь что, наверное, новое. Мне нужны усиливающиеся кристаллы, чтобы зачаровать оружие. Но найти их непросто. В сундуках, похоже, нет. Да? У меня-то они есть. Наверное. Да, вот здесь 5 штук. Здесь одна и дома, по-моему, еще валяется. Так, ну что, последний. Съедаю последний эликсир. И иду сюда. О, опять босс. Блин. Зачем же я съел тогда эликсир? Вот дурак. Мы как будто сражаемся с невидимым врагом. Каждый раз, когда комната остается без людей, она словно пропадает в никуда. Заменяется уже другой комнатой, уже ограбленной. Прекрасно. Так. Ну что там мне... А что это за фиговина здесь? Что-то мне не хочется все терять, наверное... Столько всего хорошего. Хотя бы переносить то, что подороже, в карманы позасовывать. Вот это. Нет, не сюда. Вот сюда. Вот это же что стоит, по-моему. Ну и вот это, наверное. А что это за кубик? Белый камень. Чует мое сердце. Сейчас мне надерут жопу. А, ну так это не босс. Хотя... Ау.
провалился в пропасть. Так, а здесь что? О. И нету места. Это подземелье выглядит так, будто некогда было мирным. Теперь это кладбище, полное каменных солдат, ждущих падальщиков. Так, ну что? Ну вот эту вот лозу можно скинуть. Типа продать за бесценок, да? Забрал тренировочное копье. Это хуже, чем у меня было. Вот почему его продавать непонятно. Ну все, выбираемся. Сторожевая турель не может стрелять бесперебойной струей. И что? Летающий голем создан для сбора материалов и починки других големов. Помощник теперь у меня есть, а я-то и не знал, что такое может быть. Заходим. Я хотел посмотреть, сколько стоит копье тренировочное. Тысяча и плюс еще. Да, можно попробовать за полторы, например, продать. Так, вот эти кристаллы продаем, вот это продаем сразу. И вот это сразу продаем. Тут цена идеальная. Тут 220 было очень дешево, а 300 было очень дорого. А, 250 у меня стоит. Ну, как-то странно. Ладно. Это идеальная цена. 110. У меня так и есть. Заходите. А я сейчас заберу все еще отсюда. Ой, нет, это сюда, точно. Все, не удастся, но хоть что-то. Так, первый пошел. Подожди-ка. Так что там с этой, с 1500? Очень дорого, да? Ну не знаю, он стоил 1000. Только за сборку 1000. А там же еще материалы.
Ну пусть так будет. А, еще пустая одна. Еще одна пустая. Ну что мы сюда? Вот какие-то линзы, которые непонятно нужны мне. Сейчас пока вроде не нужны. Тут идеальная цена. Давайте, ребята. Вон дедушка купил себе какую-то фиговину. Все равно дорого копье. Все равно им гадам дорого. А здесь? Здесь 300 была идеальная цена. Она так и стоит. Хорошо. Продолжаем торговлю. О, за 1000 она купила с удовольствием. А вот еще какой-то кубик из белого камня. А вон горшок. Горшок. По сотне. Так и есть. И кубик из белого камня. По неизвестной цене. Кто его знает. Так, ну тут все в порядке. Ты мужик с рюкзаком, с бородой, посмотри кубик, пожалуйста. Да с вас и так все хорошо. Ну пусть 200. Вот это тоже, наверное, надо скинуть. Это я им не отдам. Это я им не отдам. Может, тут что-то счастье. Слиток можно. И хватит. Наверное, на сегодня хватит. У меня уже почти 6000. О, кубик дешевый оказался. Ну ладно. Давай, дедушка, я тебе слиток продам. Свидания всем. Все, все, все на сегодня. Лавочка закрыта. Вот я как потрудился. На 4300. Популярность не упала ни у чего. Ни у чего. Ну да. Надо как-то все забрать отсюда. А все не забирается. Ну вот это есть, это есть, это есть. Чего не хватает? Ну вот этого не хватает. Так.
Теперь посмотрим, что они там не могут. Оружие, может, какое-то. Давай, Андрей. Покажи. Или броня. Так, стальной шлем. Тканый нагрудник. Так, не хватает вот литейной этой штуки, не хватает мне. Так. Здесь тоже не хватает. Меч. Копье. Ну, здесь да, но неизвестно. Так, оставляем вот это. Тут плюс 150, только что-то неизвестное. Ладно, дальше посмотрим. Перчатка. Это какая-то магическая, наверное, же штука, да? Лук. Да, блин. Мне лук нужен был. Ладно. Так, а что у меня здесь? Город. Ну, это я все деньги сейчас отдам для того, чтобы... Просто мог лавку открыть. Хорошо. Так, а свою. Первый уровень магазина 8000. Ящик для распродаж 2. Кассовый аппарат на 10% больше. Удобная кровать. Ну, мне все больше всего нравится, конечно, кассовый аппарат. Давай. Давай. Даже если мне не хватит на зелье какое-то, это не страшно. Ну, во-первых, да. Сколько я там могу сделать? 3. Очарованиями. Так, это по на 15 повышает защиту. А это вот дает уже будет урона не 50, а 74. Ну давай, давай, берем. А. Ну да. А деньги кто будет платить? 16 тысяч. Так я этого не видел, таких цифр вообще. А вот эта повязка 2000. Дает 15 здоровья. Да, 15 защиты. 30 здоровья остается. И 15 защиты добавляется. Ну давай, чего? Давай. На все бабло. Теперь она у меня зачарованная, да? Угу. Да. Так, что тут еще можно? А это что? Деревянная шляпа. А, ну это указатель.
веточки отсюда не берутся. Ладно. Кузница. Колодец. О! Монетки. Из дерева. Отличное дерево, еще монетки. Еще монетки. Жители Ринокки очень привыкли к культурным артефактам из подземелий. Артефакты прочно вошли в нашу жизнь и даже в нашу еду. Ну хорошо. На этом мы закончим. Сейчас скинем сюда все, что... Сюда все скинем, кроме зелья. Так. И все. Зелье надо только сюда втулить. Ну и пойдем в подземелье. Теперь у меня есть помощник. Теперь у меня есть зачарованная повязка на бошку, которая дает дополнительную защиту. Поехали, будем зачищать. Тут что-то с самого начала. Давай, иди. Ну это уже тоже надпись была, конечно. На меня сегодня напал двигающийся камень. Можете себе представить. Можем. Можем, да. Каменное сердце, ядро. Только в этом подземелье. Мы можем это себе представить. Thank you.
Так. Я откуда пришел-то? Справа? Нет, снизу. Пошли вверх. А-а-а! Меня поймал слизняк. Молодец. Эта летающая хрень все-таки что-то дает. Все, тут тупик. Мочи его, мочи. Молодец. Так. Так, дальше куда? Вниз и направо. Там еще. Место. Ну, пока есть. Можно для разнообразия сразу эту лозу продать. О. О. Здоровье. Здоровье поправим. Привет, толстый мужик. Вот так вот. Как вам это понравится? Я даже не знаю. А, вот это вот этот камень и есть, да? Наверное. Давай, катись в камень. Ау! И все. О, слиток. Слиток — это здорово. А тут? Ну, а тут ничего, конечно. Ладно. Сундучок. Да, но что-то из этого нужно продавать. Что-то из этого нужно продавать. Чтоб такого загнать. Самого ненужного.
Самого дешевого. Ну, предположим. Да куда ж ты же? Вот это. Бац. И что-то еще надо. Давай тогда вот это уберем. Сколько он даст? 147. Ну, блин, так мало. Так, а вот эти надо аккуратнее. Так, этот в указанном направлении предмет, значит, ничего не уничтожит. Нет, надо переместить сюда. Сюда. Этот. Нужно в этот угол по. Ага. Эти штуки нужно в этот угол, а вот это сюда. Ну, все, надо возвращаться. Ну, уже 300 берет за возвращение. Было же вроде 200. Инфляция. Инфляция. Даже здесь. Ну, идем распаковываться. Это на продажу. Это на продажу. Только вот сколько? За 300 было очень дорого, а за 200 очень дешево. Ну, 250. 240, ладно. Золотые руны. Подозреваю, что они мне, ой, как понадобятся когда-нибудь. Но пока можно все это скидывать. Здесь что? Что-то такое, что продать можно? Это сюда. Ткань сюда. Слитки. Литейка. Кристальный камень. Это я продам, это я продам, это мне надо, это надо. Но это тоже надо. И это, и это. И вот это. И ветки. Во. И вот это. Не, это уже не лезет никуда. Это уже никуда не лезет. Ну хорошо, открываем магазин. Не затопчите меня. И что, вас ничего не интересует? Давайте, там классные штуки есть. О, я знал, что тебе понравится. Что тут еще можно? Вот это. Давайте. О,
Хорошая цена на камешки. Так, что тут еще? Ваза. И вот эта штука. Что с ценами? Ваза — хорошая цена. А это 220. Надо поставить 250. Надо поставить... А, ну 250 таки стоит она. Непонятно, но здесь ее нету, этой цены. Хорошо, продолжаем. Ну, давайте, 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 давайте. Бабуля горшок сейчас купит. Что-то у меня еще есть. Вот это вот камень какой-то. Что у нас с ним? 75. Ну ладно. Так 75. Давай, ты последняя. Так, все на выход. Лавочка закрывается. Денег это меня не очень-то прибавляет, я скажу вам. Зачаровывать я сейчас ничего, предположим, не буду. А наберу только... Вот это. Все. Рунный инструмент, водная сфера. И что здесь осталось у меня? Ну, предположим, я еще это выкину. Возьму резец. Литейка, которой там явно не хватало. Вот это еще непонятно. Вот этого не хватало. Ветки. Вот лозу можно выбросить. В смысле оставить. Ну, пойдем. Посмотрим. Привет, Андрей. Так, у меня есть на железный шлем, который даст 40. Ладно. Стальной шлем даст 50 защиты. И у меня все для этого есть. Ну, это хорошо. Это годится. Ну, здесь у меня нету. О! Стоп, 64 тысячи. Я этого... Ой. Копьевой на 64 тысячи. Перчатка мне нужна. Лук. О, я могу сделать лук. Это я делаю точно. Да. Лук — это всегда хорошо. Так, из него еще...
Еще я могу сделать охотничий лук, который еще дает на 20 больше урона. Я делаю. А, да. Я его не делаю. Денег не хватает. Ладно. Я зайду завтра. Так, а там зелье-то надо сделать. В смысле здоровья. Сколько я могу сделать? 6 штук. Бздынь. Зачарование. А, я ж не буду сейчас ничего зачаровывать. Тут надо 16 тысяч, а лук нужна 1000. Ага. А у меня есть. Подожди, как это у меня есть? А что, он тоже в сундуках считает? То есть мне не надо с собой носить? Ну, это очень хорошо. Чё ж я там мучаюсь так? Давай попробуем зачаровать мой новый лук. Да, всего-то 1000. Да, давай. Оу. Ну хорошо. Так. Здоровье мое. Лук. Отлично. Так, идем теперь спать. Потом попробуем днем сходить. Но это уже будет в следующий раз. А пока я скидываю все сюда. Кроме здоровья. Так, все. Да нет, глупый. Спать ложись уже. Ну все, пока хватит на сегодня. Всем спасибо, всем пока.